Харків, 16 марта, 14 год. Проросійський мітинг, 14.08 по Києву. Референдум за автономію Харківської області. За федералізацію України, ну, в общем. Отделение. Больше самостоятельность. Или даже отделение просоединения к России. Кто за что? Это броуновское движение по площади Свобода. С одного митинга переходят люди на другой. Часа два уже митинг идет, потому что на 12 был назначен референдум этот. Милиции там и перед входом в областную администрацию много, и по периметру здания стоят. Штурму дела вряд ли дойдет.